что я помещаю, из того, что помещаю туда, это вот как раз видео всяких сослужений, всяких проповедей, свидетельства есть там, вот и место, там свидетельство как раз вот о жизни после смерти. Ну, опять-таки, я недолго там был, хотя все относительно, там вечность, там другие категории совсем. С точки зрения земного бытия, да, смерти и бытия, то я там был недолго, какие-то минуты. Но там очень много произошло, столько событий, что на всю жизнь мне хлебать, не расхлебать. Вот, и интересно, но самое важное, что произошло в момент смерти, я когда помирал, я понимал, что помираю, но когда помер, я не понял, что я умер даже. Не понял, потому что я не перестал существовать, я не испарился, не исчез, наоборот, я проснулся. Наоборот, все было, то есть только все началось, вообще. Знаете, я даже не понял, что я помер. Вот, а мне дети мои спрашивают, вот я им часто рассказывал, значит, они там спрашивают, ну, допустим, это, ну, папа, ты видел там себя со стороны, там, допустим, вот, не помню, может быть, и видел, не знаю, но я смотрел наверх почему-то все время, мне просто был заворожен, Бог, есть Бог, и он такой хороший, правда, я такой плохой был, по сравнению с ним вообще. Это, мне казалось, я самый плохой мальчик, что жил на земле, вот, в то время хоть провалиться, а провалиться некуда там вообще, вот, и вот такое было состояние, такое, ну, немного, ну, честно говоря, нехорошее, не то, что немного, а вообще очень нехорошее. Поначалу было, знаете, какое? Обида какая-то такая была. Надо же, думаю, а мне никто не сказал, что Бог есть вообще, и что Он такой, и что я вот так опозорюсь вот так вот перед всеми. Правда, перед кем всеми я не знал, но сейчас я уже, конечно, в теории поднаторел, конечно, уже там, понимаю, кто там может быть, да, но тогда я вообще ноль был, абсолютно чистый лист. На моем рабочем столе даже не было папочки под именем Бог вообще, пустой даже не было папочки. Вот, а она у меня сразу появилась, сразу там была уже с материалом очень огромным, просто гигабайтными материалами. Вот, значит, и представляете, там одним словом состояние такое, вот все понимаешь. Даже не знаю, как это объяснить это, но я что, ну пацан, ну 13 лет, ну что я соображаю? Ну, здесь, на земле, казалось бы, да? А там я все знал вообще, все понимал. Вот все знаю. Вообще. А Бог, Бог он очень, очень хороший. Это не под хлебаш. Это не потому, что я говорю, что я обязан говорить о нем только хорошее. Я же священнослужитель, проповедник, ну, как бы попробую. Значит, должен, обязан вроде что-то хорошее сказать о нем. Не поэтому, а потому что он сам же очень хороший. Вот реально очень хороший. Правда, сейчас за этих 40 лет уже много что подзабылось уже, порой даже, слава Богу, что подзабылось, потому что с некоторыми вещами было тяжело даже, честно говоря, жить реально. Ну, находиться в этом теле, будем так, проще. Вот, и, знаете, но вот как камертон сохранилось, вот это, у художников есть такое выражение, импрессию, вот это впечатление, импрессию. Вот это впечатление любви, знаете, вот незабываемое, это и мама, и папа, это намного больше даже, чем вот, ну, папа, мама, вот все, что я знал и знаю. Это удивительно, конечно. Вот, и он простил меня, вот, это, я видел это, ну, как бы, реально видел, как это происходит даже. Вот, это как будто бы рука, но это не рука, но напоминает руку человеческую. Вот. И она как бы удаляет, знаете, вот как с экрана, что ли, вот между мной и Богом, как будто бы такой, как невидимый экран такой, как бы назвать это можно. Вот, и вот с нее удаляется моя жизнь, вот, от которой мне было стыдно даже смотреть. Вот, я жил для себя, а там это очень плохо считается. Вот там все как зазеркалье вообще, там как будто бы совсем по-другому. Но с первых же секунд там пребывания в этой вечности, понимаешь, как бы, что это вот нормальное состояние, как раз, вот это нормально. А вот то, что я думал, что это нормально, это ненормально, как раз. То есть, ну, там все наоборот. Вот как в зазеркалье, ну, допустим, к примеру, вот даже воду, да, беру здесь, да, там как будто бы я ее отдаю. Вот. И наоборот, я отдаю, как будто бы я ее беру вообще. То есть, это вот все движения там наоборот вообще. Вот. И там самое страшное и неприятное, это вот из того, что я видел, это жить для себя. Я жил для себя, это там так позорно вообще. Это, знаете, вот я говорю, хоть провались куда, а там некуда вообще. Вот, там другое состояние совершенно. Вот. А он, Бог, не такой совсем, он вообще не такой, он только вот как бы дает, как вот. И это потрясающе вообще. Ну ладно. Время видел, оно как река.
и манит. Знаете, вот вечность, она отсюда смотрится очень завораживающе, да? Да, помыслишь о вечности, как бы оно так впечатляет. Вот, а с вечности, когда видишь время, оно тоже впечатляет. Во времени есть свои такие какие-то, не знаю, прелести. Не знаю, это потрясающе. Оно очень красивое, кстати, время. Само, это, ну, тоже творение. И сейчас я понимаю, конечно, тоже творение Бога. Оно очень красивое. И мне захотелось снова окунуться. И именно были шальные мысли, а вот если бы в другую эпоху окунулся. Не, там путь один заказан, только в то время, в которое ты живешь. Вот, там с этим не пошутишь. Вот, но одним словом, вернулся я снова в тело. Вот. Я заходил в самого себя. Заходить очень больно было, неприятно, страшно. Знаете, вот помните, Леди Гага как-то выделывалась, одела на себя костюм из мяса. Помните, да? Вот. Ну, неприятная сцена такая была. Ну, дурь мается, думаю, девчонка. Зря, конечно. Вот, ну, некрасиво было. Но вот я потом думаю, что мне напомнило. Напомнило, как я залезал в свое тело. Вот нечто похожее. Я вот реально буду вот в мясо, и оно остывшее, и вот вот плохое такое, нехорошее, знаете, неприятное такое. Вот я в него залезал. И больно. Больнее даже, чем выходить почему-то было. Выходить было больно, а заходить еще больнее было. Вот как будто бы руку перетянули, а потом резко отпустили жгут, значит, но не сразу хлынуло туда я, залез как бы, а вот постепенно, порциями мелкими. Вот. Но за место обезболивающего было, знаете, вот что у меня, вот радость. Вот я понимал, что все больно и все, и ощущал, но радость, она перекрывала все вот эти вот минусы. Радость, что Бог есть, что Он такой хороший, и что у меня есть возможность жить еще. Жить уже, ну, понимая, что Бог есть. Вот, и интересно это было. А, кстати, перед тем, как вернуться, я еще подумал, думаю, а как я, интересно, сколько я еще проживу, перед тем, как снова сюда приду. Думаю, если столько уже еще прожил, столько мне будет лет, когда я приду сюда? Мне будет уже 25, 26 уже, я старым буду. Мне казалось, в то время казалось, это старый человек, вот это да, думаю. Вот, и когда я возвращался, я помнил, сколько мне будет, а вернулся я не помню, не могу вспомнить вообще до сих пор. Вот, странно, уже дети выросли, уже внуки уже растут, а я все думаю, это же интересно даже, как бы, ну, чудно. Вот, потом я еще так рассуждал, что порой, думаю, слава Богу, что мы много что забываем. Потому что, наверное, если бы вот я бы с этим бы жил бы, наверное, ну, не было бы какой-то прелести определенной, какой-то шарма, не знаю, вот чего-то не было бы, наверное. Какой-то фатализм, может быть, был бы, я не знаю даже. Вот насчет пофигизм какой-то, может быть, каких-то там вопросов таких, я не знаю. Вот так интереснее все-таки, я думаю. Какая-то недосказанность, она как-то интереснее звучит, да. Вот, и я вернулся, да, значит, меня дети спрашивали мои, папа, ты помнишь, как ты летел там обратно, там, может, через стены, к звездам, не знаю, не помню, тоже вот не помню. Значит, помню, что я уже снова был здесь. Я помню, почему, потому что я это понял сразу. Потому что я смотрел не вот теми глазами, они какие-то другие, ну, другими глазами тот смотрел, а я опять смотрю вот этими глазами, физическими глазами, опять смотрю ими. А, кстати, когда я стал дышать, вот я сюда вот зашел, вот в эту часть верхнюю, и дальше не мог, вот, но я уже мог вдыхать. Самое интересное, вот в той части, где я зашел, не было боли. Понимаете, вот как заходил больно, а когда, где зашел, не было больно. И там не было ни хрипов, ни свистов, то есть абсолютно я дышал, сразу понял, что я здоров. Вот. И на самом деле, и одел самого себя на самого себя же, получается, последние это были вот ноги. Так интересно, вот как будто колодки какие-то одеваешь. Вот я почувствовал реально, вот как вот колодки свой стопы до конца, все. Вот дальше не пойдешь никак. Захочешь, не пойдешь, все. И когда уже дошел до конца, все, я уже вот, в теле, хорошо. Ну, конечно, это, я не мог предполагать, что адаптация будет очень тяжело. Зайти в тело это было совсем самым легким делом. Оказалось, все, дальше было очень сложно. Потому что научиться жить по-другому совсем, и в этом мире опять было вообще очень сложно, честно говоря. Жить без Бога.
То есть в том смысле, что как написано в Библии, устремлено от Господа. Вот именно не видеть его глаз, его взгляда даже не ощущать. Вот, и это было настолько тяжело моментом. Да и тем более не было никого верующих, в общем дело. Я попытался с мамой, с папой поговорить, с тетей, там кто были. Ну, я ума хватило, не сразу все карты раскрывать. Но даже то, что я раскрыл, все, там забили тревогу. Тем более врачи напугали родителей, что это не без последствий, может быть, там, значит, там. Мама думала, что у меня была галлюцинация, но я понял, что это проблема. У моих родителей очень серьезная проблема. Вот, они не знали вообще о Боге. Никак, абсолютно. Вот. Хотя мой дедушка у нас там, ну, он не религиозный, он больше как культурно, наверное, так. Обрезал всех мальчиков у нас там, вот, значит, татарских, еврейских. И по матери татарин, по отцу еврей, вырос русским атеистом. Да, но дедушка мой, вот татарский дедушка, который Гали Ахмед его звали, он у нас обрезал всех мальчиков, да, привозили всех к нему, отовсюду там, издалека порой привозили татарских, еврейских мальчиков, и он всех очень ловко обрезал, его знали за, как бы уважали за это, вот, обрезальщик такой был. Но я знаю сегодня, что обрезание не что, а все вера, действующая любовью. Вот, обряд еврейский, татарский, там, христианский, нехристианский, неважно, это все какие-то внешние пассы, движения, какие-то традиции. Это лишь относится к культурному слою какому-то, знаете ли. Но это не относится к небесам. Это не относится к самому Богу. Это какие-то наши, вот, то, что римляне называли словом религары, религия, потом родилось слово религия. Религары — это как бы пути к Богу, как бы вот, мостики. Мы пытаемся связаться с Ним, пытаемся буквально попытка связаться с вечностью, как вот так вот можно еще перевести, религары. Вот. Это все наше, действительно, это религия. Кстати, первых христиан, первых, сегодняшних уже так не назвали бы, а вот первых христиан в Римской империи еще, первых там 200 лет, 300 лет, часто обвиняли в атеизме. Представляете? Потому что римляне, римские суды ничего не находили в христианстве, что они назвали бы словом религары. Поэтому, там было два варианта, либо ты религара, либо атеист, все. Поэтому попадали под статью об атеизме, представляете? Наших братьев многих репрессировали, обвиняя в их атеизме. Хотя на допросах христиане правильно говорили, что да, Бог, Он везде, Он там, сам, Он в моем сердце. Короче, для римского права это были все отмазки. Это как бы были многие апологеты, не апологеты, а эти, как его, вот, тогдашние философы римские, они считали, что христиане просто своей демагогией религиозной лишь прикрывают, вуалируют свой атеизм. Понимаете, ну, вот так, ну, вроде бы верующие люди такие. Вот, и, ну, конечно, сегодня христианство уже другое совсем, сегодня бы римские суды бы нашли бы очень много религары в христианстве, знаете ли, но в те времена, да, на самом деле, интересно довольно. И пусть Господь нас благословит в сегодняшнем труде, чтобы не религары, а чтобы вера. Потому что есть религия, есть вера. Религия, она смотрит и видит везде врагов. А вера смотрит и видит везде друзей. Религия, она всегда, знаете, она разделяет. Она в таком, не, плохом, не библейском хорошем, а в плохом смысле слова разделяет. Вот, а вера, она объединяет. В хорошем смысле, в действительно истинном смысле она объединяет, по-настоящему. Вот, вера и религия — это разные вещи совершенно. И здесь вот в Москве отец Александр Борисов и Георгий Чистяков, еще даже об этом уже говорил как раз вот, в начале 90-х, очень интересно, значит, что даже у Александра Борисова есть книга такая, «Побелевшая нива» называется, «Размышления о Русской Православной Церкви». И там одна из глав, она так и называется, «Вера и религия». И он пишет, интересно, что как раз, что обычно в умах обывателя это как бы одно, но на самом деле это диаметрально противоположные вещи вообще. Вот именно религия как форма, а вера – содержание, сама суть. И очень часто именно религия противоречит вере, а вера – религии. Это как бы, значит, ну, понимаете, как живущие по плоти, да, или по духу, ну, это, ну, они находятся в вечном конфликте. Исаак, Яков, Исаак, да. Значит, получается вечный такой конфликт, спор такой. Вот, и я благодарю Бога, что в начале
моего пути, как человека верующего, да, была именно вера, встреча с живым Богом. Никакой теории не было религиозной. Вот. И, конечно, адаптация, возвращение, вернуться в тело — это одно, а вот научиться снова жить вот, было очень тяжело. Пробовал со сверстниками говорить, они тоже не воспринимали это, к сожалению, никак. Мой товарищ, я попытался с ним поговорить. Вот. Мы сидели за одну парту, тогда как раз. Я же Лёха, он Гусев. Вот. Птичья парта такая у нас была. И мы летали к доске, то он, то я, нас все время что-то вызывали. Вот. Значит, и ну, у нас до смерти моей у нас было много интересов общих таких. Марки, там, всякие шмарки, там, короче, много всего. Вернувшись оттуда, я вообще, то, что раньше нравилось, мне это совершенно вообще полностью, ну, как говорят, по барабану, вообще ноль, никак не колышет меня абсолютно это все. И наоборот, то, что раньше терпеть не мог, стало очень нравиться вообще. Вот. И я ему принес все свое прежнее богатство, там, все эти марки, все, все копил, там, значит, мы обменивались, там, значит, все. Столько лет собирал, все это отдал. Говорю, я говорю, забирай, иначе я просто все это выкину вообще. Типа я этого выброшу, если не заберешь, я просто выброшу. Да ты что? Я, короче, ему рассказал немного. Вот, опять-таки, ну, сколько его, пока глаза расширялись, я ему все рассказывал. Вот. А он еще любил фантастику читать, вот, тогдашнюю советскую. И, значит, я говорю, Серега, так это же, наверное, инопланетяне. Короче, он сидит, лучше не позорься вообще. Ничего, ляпнешь где-нибудь еще, думаю. Ну ладно, одним словом, без Бога вообще тоска. Я даже в школу прихожу, вот, не могу учиться. Вот я сижу телом в школе, в классе, а мозгами там. Вот, и я просто тоскую, насколько влюбился в него, с первого взгляда. Вот, и мне хотелось, очень хотелось, знаете, хотя бы секундочку, думаю, ему в глаза посмотреть, в взгляд. Но вот опять, я не мог без этого жить просто. Домой приходил, плакал. Вот. Я раньше никогда не плакал. Раньше нас вот так воспитывали, учили, что, значит, нельзя плакать мальчику. А здесь я стал плакать таким, значит, я, ну, в смысле, дома, один на один. Такой домашний плакал. Вот приходил и плакал просто, потому что тоскливо было без него. Мне очень хотелось ему в глаза посмотреть опять, хотя бы секундочку, думаю, ты. И плакал так и засыпал. Утром просыпался, когда, вот не поверите, мне самому сейчас трудно даже в это поверить, но подушка была мокрая. Я не знал, что столько слез бывает в человеке. Я сам удивлялся, как можно было так плакать, реветь столько, что подушка мокрая вся. Я быстрее кого-нибудь там носил, чтобы сушить, наверное, что-то, ну, как бы, то. Что родителям скажешь? Мокрая подушка, вся мокрая подушка вообще, а слез. Представляете, да, все по нему тосковало там. И у меня, однажды я сижу на уроке в школе, опять, а мыслями опять где-то летаю все. И знаете, не учиться не могу ничего, просто мне вот хочется к нему и все. И у меня такой план созрел, думаю, стоп, мне же однажды посчастливилось так у него побывать и вернуться, думаю, может еще раз повезет, думаю. Да специально простыть, думаю, вот как бы так вот застудиться, много мороженого наесться специально так вот, и заболеть. Хотя воспоминания были еще свежи, тогда вот момент смерти, тяжело там как бы больно, и заходить, и выходить, ну, все это, конечно, очень неприятно. Но я был готов, я уже созрел к тому, чтобы, думаю, вот, думаю, план такой уже возник, такой, думаю, решусь все-таки на это даже. А если, думаю, а если не вернусь, думаю, ну, подумал, ну, в принципе, особенно жалеть не буду. Вот, честно говоря. Вот, я проклинал даже себя тогда, значит, что, думаю, на свою голову захотел обратно. Вот, думаю, это вообще, думаю, это самая глупая моя мысль была вообще, честно говоря. Вот, вернуться обратно. Вот, ну ладно. И вот, значит, и слава Богу, дело не дошло ни до мороженого, ни до простуды. Той же ночью, ну, вечером я опять там всплакнул, так, знаете, вот серьезно, и уснул. И ночью снится сон. Одним словом, во сне стал учиться многому. Оказывается, я понял в этом сне первом, что можно не выходить из тела, не умирать, без экстрима. Можно с ним разговаривать спокойно, нормально. Вот, значит, находясь в теле. И это во сне было показано, как, знаете, я там был Бог, но я его не видел. Он был как будто бы и там, и не там. Он закрыт, как будто бы, невидимый ширма такой какой-то. Вот. Как шапка-невидимка какая-то, что ли, на нем была. Вот. Но он там был, точно, потому что это прямо у меня вся шерсть дыбом. Я понимал, что он там присутствует, в этом сне. А там были мальчики, девочки, их много было. Они, как я, вот, возрастом, чуть помладше меня, я думаю.
значит, на пару лет. Значит, ну, их много там, этих девочек, мальчиков. И у них такая игра какая-то странная, такая интересная. Поначалу мне показалось это глупой вообще. Вот они что-то делают, да, и пересказывают все Богу. Они, я вижу по их глазам, они тоже не видят, как и я, не вижу Бога сейчас, но они с ним разговаривают, они ему все пересказывают. Поначалу думаю, как-то глупое занятие, он и так все это видит, как он же здесь сейчас, он так все видит, а смысл пересказывать. Но когда они пересказывали, это надо было видеть, они, не знаю, ну, такими красивыми становились вообще, им так радостно становилось, еще больше радостно. И мне так захотелось тоже этого. И я во сне начал с ним тоже все пересказывать ему, что мне очень тяжело, так что мне очень плохо без него, что люблю его и что вообще, ну, хотя бы увидеть хочу глаза его снова. И знаете, ну, я ему все рассказал, и во сне так хорошо стало, вообще это, как говорится, не в сказке сказать, не первым писать, вообще, так хорошо стало. Я думаю, я парился, оказывается, можно все вот это вот решить. И я проснулся задолго до будильника, задолго, еще засветло. И представляете, и вот проснулся вот с этим впечатлением вот этого разговора. И у меня прям сразу мысль, надо попробовать. Во сне-то появилось, получилось, наяву надо, я это все тоже сделал. Правда, я не решался долго, закрылся, конечно, там, значит, и весь волновался, думаю, как же, ну, там-то хотя бы кто-то разговаривал, а здесь я один на один, вот, и не вижу его, и не чувствую, и буду сейчас с ним разговаривать. Так тяжело было начать. Но я начал все-таки, начал. Решился, не сразу, там, весь там потел, решался, но решился. Я ему сказал, типа того, а, я еще, знаете, мне какой-то образ помогает всегда. Вот. Мне представился из фильма «17 мгновений весны», там, Штирлиц в ставке командования там, гитлеровского, значит, носит ненавистную ему форму, и я тоже ношу эту форму ненавистную, мне уже как бы, вот, но он знает, что у меня там родина есть, там, значит, я тоже знаю, что мне там, короче, как Юстус Центр там сообщает, думаю, я же даже не рассчитывал на обратную связь, но хотя бы мне хотя бы слить информацию туда, короче, что я здесь, как бы, и что мне очень плохо. Выручаете меня, короче. Думаю, я, мне этот образ помог начать, как бы рот открыть хотя бы. Вот, и я, значит, давай говорить тоже, вот, типа того фильма. Моя молитва первая была такая, наверное. Можно назвать 17 мгновений весны. Я, значит, начал говорить так, Бог вначале, потом это я, Сережа, прием. Ну, я понимал, что он так слышит, но мне надо момент, чтобы, ну, чтобы он принял, как это, прием. Фу, потом, ну, полегче стало. Я давай ему все рассказывать. Короче, до будильника я ему успел все рассказать, короче, вот все. Все, что было вот в эту там, неделю или две, сколько там, значит, как было тяжело, как пытался поговорить со взрослыми, как пытался поговорить с другом, с этим, короче, что мне все не мило уже вообще, и, значит, и нему хочу, и что забираю свое желание вернуться обратно, значит, и прочее, прочее. Я наговорился с ним, наговорил ему всего это, вот, и мне так хорошо стало, ну, примерно как во сне, хорошо, спокойно, вот, и я, значит, завершил сеанс такими словами, что, ну, до связи в эфире, думаю, вечером у меня снова сеанс, встречи, я ему снова все солью информацию, короче, что было в школе, вот, и потом вечер, да, уже в школе я уже, как бы, нормально, без стресса, нормально себе. Вечером прихожу, я уже посмелее уже с ним разговариваю. Закрылся тоже там, вот, и тоже Бог, это я, Сережа, прием. Вот, сегодня там было то, значит, и опять все вроде хорошо, но без тебя очень все плохо, короче. Ну ладно, все, ну, рассказал. Ну, и уже лег спать, уже не заплакавшись, уже без такого экстрима. Нормально себе, значит, уснул себе. Но в этом втором сне меня ждало еще больше стресс, честно говоря, еще больше. Это было на всю жизнь. Вот, прошло 40 лет, значит, а до сих пор, не знаю, до сих пор я многие вещи не могу даже разгадать, честно говоря. Я видел себя взрослым, видел многие вещи, вот, и в этом сне был огромный лев. Вот, таких в природе не бывает просто. Я думаю, меня сожрет, наверное. Вот, значит, но он меня не сожрал, а обрезал только лишь. Так радостно, знаете, как собака там радуется, облизывает тебя. Вот нечто подобное. Такой радостный вот такой оказывается лев. С виду такой страшный, а внутри очень добрый.
Значит, и я понял, это Бог, только он в таком образе интересном. А в этом сне можно было закрывать глаза и ничего не видишь, но все слышишь и ощущаешь все. Вот даже его облизывание. Вот открываешь глаза, снова все видишь. Так называемый тонкий сон. Вот я называю тонкий сон. Вот, и видел себя взрослым. Многие вещи, которые там видел, они через 20 лет только исполнились, и больше лет прошло. Тогда это были загадки для меня. Потом, когда все стало исполняться, вот, у меня было как бы дежавю такое, знаете, я вспоминал, что это было вот там, оказывается, во сне, стоп, точно. Видел себя взрослым, понял, почему я в длинной одежде, я там не понял, что за длинная одежда такая, думал, может, шинель такая, какая-то довоенных каких-то покроев таких длинных, знаете, как у Железного Феликса там, или прочих там из-за товарищей. Вот, нет, оказывается, это ряса была. И понял, почему у меня бородка такая, значит, точно, стоп. Ну ладно. И многие вещи. Но самый большой стресс даже не это. Самый большой стресс в этом в сне втором было то, что он мой отец. Вот это было незабываемо. Знаете, здесь все эти мексиканские сериалы отдыхают просто вообще. Представляете, я жил себе до 13 лет, у меня мама, папа, брат, хорошая семья. Люди неверующие совершенно, да, значит, были, но порядочная семья и очень любящая, добрая семья, но... А здесь, представляете, значит, я узнаю в этом сне, что оказывается, это лишь мои на время данные мне воспитатели, родители. Они хорошие, добрые, справились со своей работой очень хорошо, да, но это понарошку все равно, понарошку. А по правде, что у меня есть отец мой, и мать моя, и все, это он. И во сне я к нему обращался как к своему отцу. Потрясающе это было. И я когда проснулся, я весь просто потел от волнения, просто я понимал, что я не могу больше просто говорить Бог ему. Потому что во сне я назвал папочкой своим, папой. И в явь я уже не мог просто сказать Бог. Вот. Это я Сережа. Я еще тоже долго не решался, а еще услышать родителей сейчас, с кем-то разговариваю, кого не вижу, и называю папой. Представляете? Это уже клинический случай, я думаю. Вот. И так на меня как-то психо смотрели. Это бы точно бы. Уже, значит, невропатологом не делался бы. Одним словом, я все-таки решился. Да, значит, и потихонечку, но вот, стал с ним говорить. И пытался как во сне тоже. Ну, примерно получилось. Я стал говорить ему: Бог, папочка, папочка, Бог, папа. Вот. И у нас был такой разговор. Я с ним впервые разговаривал, спасибо, как со своим отцом. Вот, и это было незабываемо. Вот. И да, сейчас, конечно, время прошло уже достаточно много, как бы и многие вещи подзабылись, но вот эти вещи, они незабываемы. Вот. Слава Богу, что до того, как я стал человеком религиозным, я пережил живого Бога в своей жизни. Потом была Библия. Она пришла ко мне вообще неожиданно тоже, с неожиданного места абсолютно. Первые месяцы проходили, я все был в недоумении, почему? Вопросов была куча. Вот, почему люди отрицают, что Бог есть? Он же есть, и он более даже реальный, чем все то, что мы знаем, реальное. Я даже в школе за партой сижу, у меня ловился на мысли, что я опасался, что насквозь эту парту сейчас пройду как-то другой. Потому что она реальна, но она не такая реальна на самом деле. Там реальный, более реальный мир. Вот тот мир, с кем я общался, да, значит, и Бог, с кем я общался, он более реальный мир, более реальный Бог, чем это. Это тоже хорошая реальность, она красивая, хорошая. Вот, и она классная такая, да, к ней привыкаешь вообще хорошо. Вот, зависимость от нее даже возникает такая, значит, она не такая реальная реальность, это, вот. И я так понимаю, наш праотец Адам, да, он и Ева, наша прамама, они жили вот другой реальностью. Находясь в этой реальности, мы жили другой реальностью. А потом это потеряли, к сожалению. А слава Богу, что 2000 лет назад началось все восстанавливаться. Началось все восстанавливаться. Мама попала со скрежетом, со скрипом, но восстанавливаться начало, слава Богу. Вот, и, знаете, друзья, вот на секундочку паузу сделаю. Спасибо, Господь, за Твою реальность, божественную реальность, более реальную реальность,
спасибо тебе и за эту реальную реальность тоже, но за этот мир, в котором мы живем, здесь тоже все классно, хорошо, спасибо, Господь, но вот спасибо за то, что есть твоя более реальная реальность. Спасибо, Господь. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь придет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой придет, царь возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь придет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Гляди, Господи Иисусе, слава Тебе! Благодарю Тебя за чудо, за Дух Твой Святой, который есть Дух Христов, и Он в нас, и потому мы христиане. А кто Духа Твоего не имеет, тот ничто, не зовут его никак. Лишь Ты, Господь, лишь только Ты. Только Ты один для меня, и нет другого, только Ты один, и я Тебе, мой Бог, принадлежу. Только Ты один для меня, и нет иного, только Ты один, и я Тебе, мой Бог, принадлежу. Спасибо, Господь, за милость и благость Твою. Ты действительно самый прекрасный, самый во всей Вселенной. Несравнимый, неповторимый, удивительный, добрый, красивый, умный, самый-самый. Спасибо. Спасибо, что и мы для Тебя самые. Спасибо, что союз любви этот прекрасный, он есть. Как наш союз любви прекрасен. Аминь. Да, друзья, дальше, если тоже свидетельствовать, можно много, конечно, час мне достает. Много могу рассказывать об этом, но, конечно, и много нехорошего было потом тоже, и хорошего всякого было, трагичного, комичного всякого. Но самое главное, самое основное, что Он есть любовь, это так на самом деле, это правда. Вот, это любовь. И это одно, а второе, что и мы действительно созданы для этой любви, в общем дело. Это очень хорошо. И самая великая тайна всех тайн, вот, которые есть во Вселенной,
Это как раз та тайна, о которой я рассказывал уже из вашей церкви, но в помещении, там на Островном пище, когда мы собирались, когда приходил я, делился тоже. Я как раз делился этой тайной. И я живу вот этой тайной. Но эта тайна не, так, не тайна, в смысле тайна. Эта тайна уже 2000-летия не тайна, в общем-то. По секрету всего света, тоже разглашенная вот, в миллиардах экземпляров. Вот, но эта тайна, оставшаяся тайной, несмотря на то, что она была им оглашена. Это таинство, очень красивое слово старое, таинство. Это как бы тайна, которая, она явлена уже, но она остается таинственной. Таинственная тайна, таинство. А самая великая тайна наша, это Христос в нас, упование славы. Самая великая тайна, Бог, поселяющийся в человеке. Бог, живущий в человеке. Бог, живущий в нас. Это самая великая тайна. Религия, она всегда вот, отделяет вот, Бог от я. Вот я вот Бог. Вот. И, конечно, религия, она неизбежна, она и даже где-то необходима, не то, что она даже необходима человеку, живущему в теле. Потому что мы не только homo sapiens, да, но мы еще homo religare, человек религиозный. Есть много даже философских об этом рассуждений, очень разных выдающихся философов, что человек, он религиозный. Даже доходят народы, племена на далеких островах, которые никогда не контактировали вообще ни с кем больше. Со всей цивилизацией отдельно не жили. Но среди них не нашли ни одного народа атеиста. Они все были homo religare, человек религиозный. Вот, и это на самом деле это удар под дых всякого марксистско-ленинской и прочей атеистической философии, демагогии. Человек, он действительно, он без Бога не может. Он ищет его, он это заложено. Но мне очень нравится, как Александр Минь говорил, покойный, что очень красиво говорил, что все религии и философии этого мира, это как лестница, которую человек ставит вот к небесам. А христианство, а Христос, это вот лестница, спущенная сверху. Да, к нам, к людям уже, сошедшая с небес. Лестница, спущенная к человеку. Поэтому для меня Христос – это путь не просто, который люди таранят, люди ставят на небо. Нет, это путь, который сам Бог дал. Пожалуйста, хватайся, поднимайся. Это лестница, которая спустилась прямо с неба. Дверь, которая открылась самим Богом, самим Творцом. Не те двери, которые мы сами пытаемся проламывать, пробивать, а дверь, открытая самим Творцом, самим Богом. Это потрясающе. Вот, и, конечно, сегодняшним днем, вот, да, пример, можно, помоги, пожалуйста, подержи микрофон, хорошо? Подойди поближе, подержи микрофон, да, чтобы я мог говорить. Вот, пример, иллюстрация с водой, моя любимая иллюстрация у лингвистов. Образ, опять-таки образ, вода. Значит, да, на иврите «Маим», «Маим», «Шем Маим», «Небеса», «Шем Маим», «Небеса», то есть имя, дающее воду, имеется в виду Бог, Барух Ашем, благословенное имя, дающее воду. Вот, и вода, которая в бутылочке, по отношению к ней я могу сказать слово только лишь «Этану Маим», «Этану», то есть она возле меня, она рядом со мной, это «Этану», но это все равно как религия. Можно это сравнить с религией, допустим. Вот, человек может засыхать буквально, да, задыхаться, умирать от обезвоживания, но рядом вода. Но, понимаете, вот это очень страшно, когда оно рядом совсем, а ты не можешь этим воспользоваться, да? Ты жаждешь, а не можешь это попить. Вот. Но, когда я воду пью, ваше здоровье, хорошего качества. Это действительно, спасибо. Действительно, вот много всяких напитков в этом мире, но вот лучше воды ничего не думали вообще. Вот реально. Да. И вот вода, которая сейчас во мне, она растекается. Я пример тут услышал на одном из уроков по ивриту. Значит, она во мне растекается, эта вода. И она частью меня становится сейчас, буквально еще пару минут, и я буду в ней, она во мне полностью. Она еще в процессе движения. Вот, но приятное впечатление такое сразу вот, от воды.
очень приятное такое. И интересно, вот по отношению к этой воде, которая уже частью меня стала, а я частью ее становлюсь, вот по отношению к этой воде, я уже еврейское слово «этану» не могу употребить, только лишь «эману», «эману моим», «эману». Вот «эмануэль», когда Бог родился, да, Христос пришел в этот мир, Господь, то, значит, исполнились пророчества, и первым пророчеством обозначено «эмануэль», в русском звучании «эмануиль». Вот, и сидела во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог», переводчик переводит синодальный. И многие переводчики так и переводят, и это правильный перевод, никто не спорит. Но есть более правильный перевод, более правильный, потому что Эмману можно перевести одно из значений, это быть возле, рядом, но при условии, в отличие от Этану, что мы в одних мыслях, в одних желаниях, мы идем вместе в одном направлении. В таком можно употребить именно «с нами», это «эману» перевести как «с нами». Но первое значение все, «эману» слова, даже по номерам Стронга, и они пишутся, слова даже похожи, что «этану», что «эману», очень похоже, но разница принципиальная, потому что «этану», если «этану эль», «с нами Бог» сказать, да, то это может быть вот Бог здесь, а я здесь. Он об одном думает, я об другом, допустим. Мы даже где-то партнеры, но у нас каждый сам себе на уме, допустим. А когда Эмману, то мы все, мы не разлей вода, мы одно. У нас вообще одна касса, у нас одно видение, у нас мы вообще мы об одном мыслим вообще. Вот. Но самое потрясающее Эмману, значит, буквально растворенный, выпитый нами, частью нас ставший. Для переводчиков, конечно, это напрягает, как можно съесть, выпить Бога вообще, как это. Сам процесс пугающий. Я понимаю, даже ученики Иисуса многие разошлись после такой проповеди. Как это? О, это что, каннибализм? Да, каббалистика это еще так, цветочек. Каннибализм. Вот это уже да. Как он может дать нам плоть свою есть, пить? Хотя Иисус говорил, что да, значит, что говорю вам на понятном еврейском языке, что. Не поймите меня правильно, слова, которые я говорю, это дух и истина вообще. Это не поймите буквально, пожалуйста, граждане, но все равно. Вся церковь ушла фактически. Осталось 12 человек. Первый ряд остался. Но даже и, видимо, по лицам, там было такое на лицах написано, видимо, что Иисус говорит, ну, я не против, если вы тоже уйдете, в общем-то, братья, я без обид. Вот. Но слава Богу, что у Петра хватило духу встать и от лица оставшихся. Сказать, что да, Иешуа, мы не понимаем твоих проповедей, они очень чудные, конечно, ни в одной синагоге такой не услышишь больше. Я понимаю, что ты такой раввин самородок. Но, говорит, ты имеешь глагол на вечной жизни. При всем там нашем непонимании, понимании, но у тебя есть действительно слова вечной жизни. Это не просто то, что тебя там в Ешиве научили. Еврейской семинарии, допустим, да, нет, это то, что ты действительно с неба прямо принес. Пусть это непонятно сейчас, чудно, но это животворно как-то. Вот Иисус действительно Эммануэль, самой сути, Эммануэль. Но мы знаем, что он Иешуа, да, Иешуа, Иисус. Но верю, что при втором его пришествии и ко времени его второго пришествия вот это таинство этого имени, оно раскроется. Потому что 2000-летие, оно раскрывается, но все, знаете, как будто бутон. Вот вроде бы раскрывается, да? Но никак цветок не раскроется. Но перед его пришествием, я верю, этот цветок раскроется во всей красе своей. Вот это вот откровение Сына Божия, потому что вся тварь начинает мучиться, ожидает откровения Сына Божия. Вот, доколе, и растительный мир, и животный мир. Я тоже на своих котов смотрю и понимаю, они тоже мучаются. Вот реально мучаются, потом им то и орешки не нравятся, то еще наложим этот корм, он закапывает уже. Вчера балдел от него, хвост трубой, а сегодня уже зажрался уже товарищ уже. Смотри, закапывает уже. Вот это, да, ну, вот тоже мучается тварь. Вот, значит, нет, ну серьезно, он как бы человек, он такой же, и вот и растительный мир должен, значит, там все, там, и садовые какие-то розы там, и так их, и сяк, и удобряешь, и не угодишь им. Какая-нибудь дички какие-нибудь растут, пробиваются на камнях, цепляются за камни и растут себе. Вот, слушайте, ну оно везде, во всем мире так. Во всем мире так. Уже 6 тысяч лет такая ерунда на этой планете. Но перед его пришествием Господним я верю, что вот все должно видоизмениться.
преобразиться. И вот сила откровения Христа, откровение вот этого именно Эммануэль, Бог, частью нас ставший. Знаете, когда я не погружаюсь так Господа моего, меня даже животные не воспринимают. Когда погружаюсь в Господа, они смотрят, открыв рот. Мы в зоомагазин зашли, значит, там был зверек такой чудной, ну, дорогой очень, ну, вот это да. Вот, значит, с каких-то островов, значит, привезенный, вот, диковина, ну, как, оно в магазин, но можно зайти, как еще, как зоопарк такой интересный. Вот, москвича открыли у нас там в Туле, хороший магазинчик такой. Вот, значит, и зашел, а он меня смотрит, зверек, а мне так захотелось благословить его, вот. Я ему так, ну, в полголоса, конечно, чтобы там назову магазин там не шокировать. Короче, я ему сделал благословение Аронова. Жена потом говорит, я смотрю на зверька, у него очень глаза не выпали. Он вот так прям вкрылся и не хочет отойти вообще. Думаю, я тебе, мил человек, я тебя купил, но как бы, ты дорогой очень тварь. Наши коты все вместе столько не стоят. Значит, ну ладно. Вот, и, понимаете, значит, они тоже ждут благословения, они тоже ищут и растительный мир тоже, и животные, все-все-все в этом мире, оно ждет благословения Божьего, которое, опять-таки, придет откуда? Через ангелов это тоже может быть, но через человеков это должно прийти, через человеков, потому что Бог так усмотрел все, такой порядок вещей в этом мире усмотрел изначально-то, вот. Так что, друзья, так, вот, и пусть в нашей жизни будет Эммануэль. Пусть это откровение, Христос в нас. Даже религия, да, это вот Дух Святой приди, да, Дух Святой приди, это религия еще. Это тоже необходимая форма, я жажду себя. Это религия, но это тоже необходимая форма, определенная. Как говорится, а наши топоры лежали до поры. Вот еще, потому что приходит время, когда ты не жаждешь. Не жаждешь, но вода, которая в тебе, она в тебя приходит, да, она в тебе делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот это я верю откровение о будущем, о ближайшем будущем даже. Откровение, когда вот, не просто потребители воды, а источатели этой воды. Когда вот эта вода источается, источается и проистекает. Конечно, вот я на одном приходе был, я вообще городской житель, но несколько лет прожил в селе, в сельской местности, в Рязанской области и в Брянской области. В начале 90-х, будучи там настоятелем храмов традиционных и православных церквей, до 96-го года я был священником традиционной православной церкви, Московского патриархата, Русской церкви православной. Вот, и в одном селе, уже в Брянской области, там, значит, так получилось, что, ну, там нет у них воды в церкви, таскать надо воду, там, женщина была. Но самое интересное, внизу там, под храмом, ну, будем так говорить, возле храма, колодец, развалины колодца старого. А я спросил женщин, они говорят, а уже столько лет тут ничего не брали, вода уже тухла, уже вся уже. Но был такой совет, просто батюшки были до меня там, и они забросили в колодец и как бы не воспользовались. И он, вода затухла, зацвела, затухла вся. Знаете, восстановили колодец, и первые там недели ничего, просто черпали, черпали, черпали. Насос поставили, черпали, так черпали, выгребали, столько мусора вообще. Но да, а почему я взялся за этот труд? Потому что старые женщины, ну, они, правда, с другого села были, но они были именно очень старыми, вот эти бабушки. Они еще до революции девчонками сопливыми, они бегали в этот храм, мы это помнили, да. И мы помнили, какая вкусная вода, именно мы даже прибегали специально, с этого колодца была самая вкусная вода. В нашем селе не такая вкусная, именно в этом колодце была, когда-то, помню, девчонками еще. Думаю, а мне так интересно, ревность такая, думаю, надо же, ну, заканили такое место. Ну, короче, когда вычерпали, первые недели все это, ну, плохая вода. Ой, даже не недели, даже месяцы. У нас только на будущий, на следующий год только, получается, застало еще раннюю весну, следующий год уже, вода была уже хорошая. Ну, я не могу сказать, что она была прям такая очень хорошая вода, но была хорошая, питьевая. И знаете, вот и многие, они как бы колодцы, да, вот даже если христианские души, да, вот, загажены, вот, как бы, забиты чем-то, надо просто вот черпать. И блажение давать, конечно, принимать, вот, потому что на самом деле в этом мире все так устроено, вот, действительно так оно и есть. Вот ты даешь и больше получаешь свежая эта вода. Вот. У кого-то, может, она камнями завалена, но даже любой камень можно пробить этот, оно пробьется рано или поздно. Вот, расчистится этот колодец. Враги, они засыпают, в Библии даже, помните, там примеры в куче, там интересных таких, засыпают враги колодцы. А наше дело расчищать, раскапывать, доставать все.
Потому что Бог хочет, чтобы эту землю благословить. Ладно, не буду вам уже так уже, наверное, лишнее говорить. Вот, но благословляю всех вас, друзья. Пусть колодцы нашей жизни, наших душ, да, нашей веры, они будут чистыми. И черпается вода. Если, вот я замечаю тоже такую вещь, допустим, проходят дни какие-то, недели, допустим, две недели, и я толком ни за кого там, ну, за больного не помолился, за мир во всем мире, а вот непосредственно за кого-то, вот чувствует все, уже вода как-то, ну, попахивает чем-то, уже что-то не то, вот начинается. Вот христианство какое-то уже не такое уже. Вот дело черпать. И вот когда начинаешь делиться словом, начинаешь молиться за людей, вот все это опять идет. Поэтому когда нам же лучше, когда мы больных исцеляем, там, мертвых воскрешаем, да, значит, благотворим, все, значит, нам же лучше, потому что все это очищается. Бог, он настолько огромный. Это целый океан. И ты что-то ломится. Один святой отец, я не помню, кто это был, Афанасий, что ли, Александрийский, не помню сейчас. Ну, кто-то из древних отцов. Ну, допустим, Афанасий, ладно. Значит, 4 век еще нашей эры события были. Вот. Он, значит, время как раз такое было, ну, это греческое сознание, философия, там, богословие зарождалось. Вот, в христианстве жили себе мы лет 300 без всякого этого богословия, нормально, скажем, вот надо было, ну ладно. Хорошо. И вот у него там дебаты всякие, Бог, он Троица, Двоица или Единица, или как Дух Святой исходит от Отца, или от Отца через Сына, или там Сикость-Накость, какие природы, больше того, больше всего. И вот он размышляет, такой, знаете, уже все, уже мозг уже взрывается уже. Он идет по берегу моря от своего Средиземного, значит, и размышляет. А пляж большой, длинный, ну, видно издалека все. И вот он видит вдали там девочка какая-то бегает туда-сюда, к морю и от моря. Ну ладно. И подойдя ближе, он увидел, ради чего вся эта суета, эта девочка. Она, значит, выкопала ямку такую возле берега. И с моря ведерком каким-то там черпает воду и таскает туда в ямку и заливает. Ну, дитя. Значит, и он спросил, девочка, чем ты занимаешься? Ну как же, вы не видите, я хочу в море сюда вот сейчас вот перелить в эту ямочку. Девочка. Вот ты что, как бы, разве можно это море, значит, в этой ямочке, сама подумай. И вдруг девочка меняется в лице, как бы, и в голосе, и говорит к нему вполне взрослый и серьезно. Я не помню всю речь, но там такая была, наверное, как в фильме старой этой комедии, ну, она не очень хорошая, правда, но там со смыслом хорошим, «Догма» называется, помните, да? Когда эта девочка там говорит. Вот, значит, и вот эта девочка говорит ему, что, о, ты как бы, такой-то, тем более безумен, ты хочешь божество в ямку своей, ну, как бы, богословской школы залить сейчас, понять, осознать. И девочка исчезла, короче. И этот богослов понял, все, стоп, горе от ума точно. И Бога надо не просто понимать, надо любить его. И только любовь, она способна дать настоящее понимание. Короче, до него дошло, даже есть такие, слава Богу. Вот. Так что, даже если разные богословия, потом, спустя лет 100, там, меньше даже, в 5 веке блажен Августин говорил, по этому поводу тоже очень интересные слова такие, в главном у нас должно быть единство, во второстепенном – свобода, разнообразие, а во всем – любовь. Вот так, господа, братья и сестры. Помолимся, друзья, да? Завершим. Вот, я лично молюсь эти дни тоже, и вот сегодня тем более, о настоящем крещении Руси, да и вообще всего мира, о погружении в Господа и пребывании в Нем. Потому что, опять-таки, хочу напомнить тоже слова Иисуса. Уходя, Иисус сказал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Есть очень примитивное толкование этого стиха. Традиционно священники, которые я слышал не раз, говорили, что вот кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это очень примитивное толкование, это совершенно неверное. Это холодно. Если вот горячо-холодно, то это холодно. Есть потеплее толкование. Вот многие, допустим, протестанты почему-то убеждены, что здесь идет речь об этом крещении, допустим. Ну, как бы есть такое понимание у многих. Вот, это тепло. Но это еще не горячо, это тепло, это уже теплее что-то, да. Теплее. Вот,
Но во времена Христа, хочу напомнить, и лет за 300 до Иисуса в античной литературе, и лет 500 после Иисуса уже, это слово «баптизо», оно употреблялось в другом значении просто-напросто. И вот исторические справки, опять-таки, Библии с номерами Стронга, в английской Библии, как раз там потрясающий пример, удивительнейший пример, что действительно в современном греческом языке, начиная с раннего Средневековья, вот «баптизо» означает именно погружение, в смысле окунание. А до того это слово звучало совсем, имело смысл другой. Именно погрузиться и там и остаться. Никогда не имелось в виду подняться снова. Вот, и пропитаться всем тем, во что ты погружен. Вот, и в литературе эллинской это слово всегда использовалось фактически для описания соления овощей. Ну, Новый Завет написан не на высоком греческом языке, не на языке там, Сократа, Аристотеля, Платона, а на языке таком рабоче-христианском греческом. Языке торговцев, ремесленников, вот, значит, крестьян, будем так говорить, и вот на просто народ, такой стужек даже, больше даже, не чисто греческий язык даже, но многие слова заимствованы из разных там, сирийских, других наречий всяких, халдейских. Так вот, и вот этот стужек, он был очень популярный, его все знали, по крайней мере, могли все на нем общаться. И вот баптизо для описания соления овощей, соления огурцов, малосол баптизо не называли. Малосол, потому что он лишь на шкурке, соль имеет, а внутри он такой же свежий, как и братья по грядке, сородичи. Так вот, а баптистским огурцом называли или что-то были, который полностью прошел просолку, имеет соль в себе уже. Не просто на шкурке, а в себе имеет соль. Как бы Новый Завет говорит нам, да, имейте соль в себе, да, веру в себе. Христа принять верою. Это не просто даже единожды акт какой-то, это подвиг всей жизни. Именно пропитываться им, его любовью. Вот, и слова Иисуса сегодня можно так донести до современного слушателя, что кто будет веровать, уверует и погрузится в меня, и пропитается мною, моей любовью, благодатью, будет спасен. А кто не уверует, ну, кровь на нем. Но пусть Господь благословит нас. Пусть Бог благословит нас, товарищи огурцы, погружаться в Господа, пропитываться им. И пусть Его божественная эта соль, этот весь рассол будет в нас. Знаете, там мы попадаем с грядки в катки, будем так говорить, да? Попадаем в Его, это святое присутствие. Поэтому даже вот выражение такое, многим кажется христианам это каким-то новомодным таким выражением, пропитываться, да? Пропитка там, что? На самом деле это хорошо забытое старое. На самом деле изначально, в принципе, об этом и шла речь. В общем, пропитаться Его любовью, пропитаться, потому что без Него ничего не можем сделать. Все. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш, возлюбивший мир, доказавший однажды и навсегда, на всю вечность, доказавший свою любовь, Боже, к этому миру, каждому из нас, отдавший жизнь свою за нас, душу свою за нас положивший, кровушку проливший. Благодарю Тебя за тело и кровь Иисуса Христа. Даже не только за таинство это, сегодня совершаемое также в церкви, но, Господь, за саму суть этого таинства, что мы и есть сегодня тело и кровь Твои, что тело и кровь Твои, что Я и Отец одно, что Ты в нас, а мы в Тебе. Боже, погружаемся в Тебя, пропитываясь Тобою. Спасибо Тебе, Господь, за саму суть этого послания. И Ты говоришь, что будешь пить новое вино в Царстве Своем, в Царстве Бога. И действительно мы, Боже, вкушаем хлеб в Твоем Царстве, Господь, и пьем это новое вино в Твоем Царстве. Боже, эту благодать, слава Тебе, Господь, благодарю Тебя и благословляю великое имя Твое. Ава, Отче, Папочка, Папа. Спасибо Тебе, Господь. Благослови народ Свой миром. Боже, благослови, Боже, и всех нас собравшихся, и кто там в трансляции или в записи будет смотреть, благослови во имя Иисуса Христа. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами будет. Аминь. Аминь. И вот Дух Святой – это Дух Христа. Самое великое послание, друзья, потому что Христос в нас. А без этого все. Без этого, даже если он называется христианином, на самом деле он никто и зовут его никак на самом деле.
Но если нас Христос и Дух Христов, мы действительно даже не просто говорим о себе так, а мы действительно христиане. Тогда действительно дал нам новое имя, и мы на самом деле христиане. Потому что Христос, потому что Христос в нас. Аминь. Все, с Богом. Аминь.